Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас коллаборация с Леночкой из Москвы. Ссылку на ее канал я оставлю внизу. И Марусей 888. Мы решили всем нашим подписчикам сделать потрясающий подарок. Скоро Новый год, всем хочется быть красивыми. И мы решили поделиться рецептами обыкновенной женской красоты. У каждой они свои, какие-то важные, какие-то не очень важные. Но я хочу поговорить именно о лимоне. Лимон в моем доме – это must have. Он не только полезен для приема вовнутрь, с чаем, водой и так далее. Во всевозможных салатах лимонный сок потрясающий. Но и он очень полезен для вашей красоты и вашей внешности. Поскольку лимон, я не буду сейчас перечислять всю таблицу Менделеева, потому что в нем содержится огромное количество витаминов, таких как А, В1, В2, Д, разумеется, С в огромном количестве, и характерный для цитрусовых витамин Р. Это будет полезно для вашей кожи, девочки и мальчики. Но, разумеется, только в том случае, если у вас нет аллергии на цитрусовые. Аллергию нужно проверить очень просто. Я оставлю ссылочку в правом верхнем углу, где мы говорим о проверке на аллергию. Итак, что нужно сделать? Все очень просто. Начала я увлекаться этим примерно, когда мне было лет 30. Так, секундочку. Вот. И я могу сказать, что прямо сейчас при вас я приготовлю такое потрясающее и отличное. Я именно отрезаю с двух сторон, чтобы сок нигде не задерживался и все поступало туда, куда нам нужно, а именно в чашечку. Мы делаем просто сейчас пилинг фруктовыми кислотами, девочки и мальчики. Мы не идем для этого ни в какой салон красоты. Очень классно перед Новым годом это будет сделать. Вот. Лимон еще очень мощный антисептик. Вот, еще даже во времена Древнего Египта люди спасались от того, что их жалили скорпионы как раз именно лимоном. Они просто брали лимон, разрезали его пополам. Один, как бы, кусочек, половинку они прикладывали к ужаленному месту, а другую половинку они прикладывали, вернее, просто брали в рот и потребляли в себя лимонный сок. В общем, вот таким образом. Сейчас, секундочку. Мы убираем косточки. Хоп, вот так. Все просто и красиво. И нам нужно немного сахара. Я показываю сколько. Вот на примере обычного сахара, который нам дают кофейни. Вот так мы высыпаем. Видите, что получается? Сахар и лимонный сок. И все. Весь вот этот состав мы берем на ватный диск. Он должен получиться таким вот скрабово-витаминно-водянистым. Вот. И вот этим самым мы натираем лицо, шею и зону декольте. Я не буду это показывать на себе сейчас, но я просто вам серьезно говорю, девочки, будет покраснение, жжение и будет реально омоложение. Увлекаться этим ежедневно я не советую, но раз в месяц, два, полтора, вот перед Новым годом, чтобы быть свеженькой, хорошенькой, я очень советую вам эту штуку попробовать. Оговорюсь еще раз, если у вас нет аллергии на цитрусовые. Большое спасибо девочкам, которые отозвались на мою просьбу замутить коллаборацию из того, что есть в вашем холодильнике. Всем всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и задавайте вопросы. У меня еще много секретов. Пока-пока.